сначала аэропорт. Мы его сняли, он находится у меня. Петр Алексеевич, если вы воин, если вы мужчина, если вы волком, заберите это знамя, я дам его. Те люди, которые умерли за вас в аэропорту, имеют право хотя бы забрать и помнить то, что вы их туда послали на смерть. А всем остальным хочу сказать, если вы хотите умереть у нас, приходите. Если вы хотите с нами дружить, давайте дружить. Мы мирные люди, мы не хотим войны. Но если кто-то нам придет вот так вот с этим флагом и будет нас убивать, судьба этих пацанов печальна. Практически все из них погибли. Защищая непонятно какие интересы. И то правительство, которое пришло незаконным путем, вооруженным, захвату власти. Порошенко, приезжайте. Забирайте это знамя тех людей, которые отдали свои жизни за ваши нечеловеческие амбиции. Я обещаю это знамя вам отдать. Пускай вы там знамя передадите тем матерям, чьи сыновья погибли сегодня, вчера, позавчера в аэропорту. Я думаю, они заслуживают того, чтобы хотя бы с честью и умереть накрытым этим флагом, под которым они умирали.